Бюджет Ульяновской области получил дополнительные доходы. Нарастить бюджет позволила крепкая экономическая база 2023 года и развитие промышленных предприятий. Сумма дополнительных средств – 7 миллиардов рублей. Из них почти 4 миллиарда – собственные доходы бюджета. Все средства будут направлены на развитие региона, создание комфортных условий для жизни наших граждан. В частности, на повышение заработных плат работникам бюджетной сферы, ремонт и оборудование школ и детских садов региона, летнюю оздоровительную кампанию, закупку льготных лекарств, ремонт Сурской больницы, а также ремонт и приобретение оборудования для областных учреждений здравоохранения. От бюджета перешли к содержанию дорог в зимний период. Эта зима выдалась морозной и снежной, с ветром и гололедицей. С начала года потребовалось уже несколько раз перекрывать дороги в области из-за плохой погоды, метели, ветра и снежных заносов. 11 числа с 14 часов по 12 число с 7 часов утра было введено временное ограничение движения грузовых автомобилей и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки по автомобильным дорогам федерального и регионального значения. Информация о ограничении движения доведена до перевозчиков, владельцев объектов транспортной инфраструктуры Ульяновской области, а именно автовокзала, автостанций, кассовых пунктов. В Ульяновской области более 7500 многоквартирных домов находятся в управлении 149 управляющих компаний. Ежедневно 98 единиц спецтехники и 850 дворников очищают дворовые территории от снега и наледи. Агентство по жилищному и строительному надзору провело мониторинг состояния 180 дворов. По 24 из них были выявлены замечания. Также с начала года в агентство поступило 9 письменных обращений от жителей Ульяновской области, 5 обращений по некачественной уборке придомовых территорий и 4 обращения несоблюдения графика вывоза твердых коммунальных отходов. В установленные сроки будут проведены контрольно-надзорные мероприятия. Обсудили решение проблемы с теплом в школе номер 4 города Инзы. Вопрос держит на контроле. Температуру в учебном заведении довели до нормы оперативными мерами. В дальнейшем потребуется капитальный ремонт системы отопления стоимостью 15 миллионов рублей. 19 января в Ульяновской области отметят 81-ю годовщину со дня основания региона. В этот день пройдет множество культурных и спортивных мероприятий. Ульяновцев приглашают принять в них активное участие. В тот же день православные отметят крещение Господне и смогут окунуться в проруби. Все экстренные службы к мероприятиям готовы. Валентина Никонова, Марат Мигдеев, Улправда ТВ.